13-я серия могла бы стать финальной, но пока она еще таковой не будет. Я вас приветствую, друзья, с вами Верус. Мы продолжаем играть за Вульфхарта. Мы выполняем все вот эти вот задачи и поручения наших героев. И узнаем до конца историю их приключений. То есть, в принципе, пока что мы выполнили только одну историю в шаге у эльфийки, но тут нужно до Ицы еще добраться. Остальных на 4-м уровне. Так, мы выполнили, получается, ранг подкрепления у нас максимальный, и довольство Карла Франца достигло просто зенита. Зенита! Таким счастливым Карла Франца еще не видели. Ну, естественно, сидит там на золотом унитазе. Ну, он, наверное, насмотрелся на Торгрима. Думаю, что Торгрим сидит на золотом унитазе, да? А земли империи, как бы, золотом не сильно богаты. Ну, нет, там есть город богатый золотом один, да? Но он остался один, по сути. Второй угнал один мерзавец в свое время безносый. Вот. Ну, тогда он был еще красавец. Знатный, статный. Вот. Ну, увел. Вот, решил добыть где-то в другом месте Карла Франца. Но, естественно, это все не по лору. То есть, вот это путешествие Вульфхарта, это все в рамках только Total War Warhammer, еще раз повторюсь. То есть, по лору Карл Франц, ну, не был таким жадным до денег, а Вульфхарту в люстре и делать нечего. Он именно дом хотел защищать. То есть, он хотел именно защищать империю и был нацелен именно на нее, в первую очередь. Так, а пробуждение уже готово сливаться, похоже. Мы даже можем осадить. Но это город не такой уж легендарный. Так что можно сделать вот так. Оп. Блин, а он слил мечников. Вот как назло, этих он не слил, а слил мечников. Вот я когда нанимал, думал, все будет. Ну ладно. Невзгоды Хертвига. После вашего нападения на пробуждение, Хертвиг неожиданно исчез. Спустя два дня поисков, вы обнаруживаете ее в подземном склепе огромного особняка в старом городе. Хертвиг в полном молчании сидит перед обезглавленным телом вампира, из груди которого торчит кол. Рядом валяется отрубленная голова с огненно-рыжими волосами. Охотник на ведьм никак не реагирует на ваше присутствие, но затем начинает говорить, словно в трансе, и сообщает, что исполнил то, зачем пришел в Люстрию. Хертвиг ван Халь стоит перед выбором. Он может смириться с родовым предназначением или же остаться лекарем. О чем всегда мечтал? Что вы ему посоветуете? Древний род, атака в ближнем бою, спас-бросок, дисциплина, способность зов хищника и искатель врагов. Зов хищника также останется, срок лечения уменьшится, скорость исполнения увеличится, способность первая помощь будет. Ну, искатель врагов — это фигня на самом деле, атака в ближнем бою, я думаю, ему не сильно нужна, спас-бросок только интересен. Срок лечения минус 3, здоровье, ну давайте вот, первая помощь и зов охотника посмотрим, все-таки здесь уникальная способность, искатель врагов на такси. Вернуться к медицине. Ну вот и все. Дар доктору. Расправившись с Алистером Рыжим, гер-доктор простился с прошлым и присоединился к вам. В знак признательности вы поручили своему приятелю из Альдорского капитула культа Шалии изготовить для него уникальный зачарованный амулет, достойный великого целителя. Враждебность увеличилась. Так. Есть, отлично. Истории тут больше уникальной нет. Так. Отлично. Ловушка прокачана. Пробуждение. Мы сейчас тебе еще лучников, сейчас твои тактические способности увеличим. Так, ну тут скверну обязательно изгонять нужно. Скверну и стены возводим. Остальное даже пусть остается. Вот как есть, остается. Ничего страшного. А уникального мы конкретно ничего не можем сделать. Для нас ничего уникального нет. Выходи в море. Во, море теперь, кстати, наше, невраждебное. Мы восполняем потери. Потихонечку кого-то ты слил в бою. А, алебарды. Смотрите, целиком и полностью он слил уже алебарды. Успел.
А Лютера не уничтожен, да? Он все-таки успел захватить поселение здесь. Он ушел куда-то вглубь. Каков ты, а? Ну ладно, окей. Так, что? Ну, с Хемри мы, если что, договоримся. Пусть выходит к морю и начнем торговать. А с царями гробницы уже, считай, у нас налажены отношения. С остальными пиратами. Ну, так себе. Вопрос еще у меня есть сейчас к Итсе. Насколько у нас отношения? Там якобы они улучшаются. Но мы сейчас будем начинать войну против них. Мне нужно идти туда. Ну и историю прочитаем сейчас еще. Вот. Один из наших. За время, проведенное с Гером доктором, я неплохо узнал этого человека. А с Гером, тут, по-моему, оно не переводится как Гером-доктором. Там Гер-доктором, да? Я неплохо узнал этого человека. История его жизни трагична и тем похожа на мою. В молодости Хертвиг работал врачом в Вальдорфе и не желал называть себя Ван Халь, поскольку само это имя было ему ненавистно. Он не интересовался делами охотников на ведьм. В его сердце жили лишь любимая медицина и возлюбленная Матильда. Рыжеволосая это, скорее всего. Однажды вечером в операционную привезли труп рыжеволосого человека с колом в сердце. Молодой и наивный врач во время осмотра тела извлек кол. В ту же ночь ожившая тварь вонзила клыки в горло Матильды. Доктор сразился с монстром, и тот бежал. Но было уже поздно. Чтобы Матильда не превратилась в нежить, ему пришлось вонзить кол в ее сердце и отрубить голову. Охваченный горем и отчаянием, Ван Халь понял, что придется заняться уничтожением ночных созданий. Рыжеволосый вампир, погубивший возлюбленную доктора, уже мертв. Доктор благодарен мне за помощь и готов продолжить поход вместе с нами. Кстати, было бы трагичнее, если бы он за ней именно охотился. Именно вот охотился прям вот тут за ней и все. Так, готовим стек к дальнейшим путешествиям. Так, ресурс построена, дорога вот здесь только может еще добавиться. Здесь ресурс. Тут дорога есть, ресурс есть. Значит, ничего больше не строим. Маяк, я предлагаю маяк даже не строить рассветный. Просто денежку сейчас начать добывать. А может быть корова 8% 1200, но в принципе сотку будет приносить только. Здесь 5 сотен, в любом случае гильдию полезнее строить. Все, сдаем ход. Денег не так много сейчас, но они нам не сильно и нужны. Границы на замке. Сейчас там еще чуть-чуть достроим, и точно они будут на замке. Доход неплохой, с таким жить можно. Ну и на Ису постепенно сейчас будем нападать. Война объявлена. Получается, в этом прохождении не Марк свалил в Южные земли, а Лютер Харка. Но такого я еще не видел. И он, по идее, свалил, он где-то здесь, на перевале. То есть камера, когда мы открываем дипломатию, туда ведет, да? И значит, он где-то там, что-то там, в общем... Ему приснилось. И он туда отправился. Какая-то его часть, какая-то его личность захотела именно отправиться в те земли. Так, городская стража идет сюда. Здесь еще идет вот так, вот так. А рухнувшие врата надо прокачать, на самом деле. Отмени здесь. Здесь лучше рухнувшие врата. И лучше тракт, хотя тракт Хатека, но он в любом случае еще может быть сейчас на передовой. Или ладно. Денежку построим. Построим пока что денежку, а на следующий ход уже будем копить. Так, ну кровавые болота, я не думаю, у тебя гарнизон здесь большой. И Марк Вульфард готов уже начинать войну. Васька,
Бруно. Ну-ка, сходи сюда. Давай вот так. Тюремщик. Марк. Объявляем войну. Да, гномы будут готовы вступиться за союзника. Здесь даже не нужно сейчас подключать второй стек. Хотя демигрифов слил. Посмотрите. Уникальных демигрифов слил все-таки. Но демигрифы у меня здесь почему-то отгребали. Наверное, он их считал милишниками. И даже не слил. Скорее всего, именно поэтому. Стрелков вот этих. И не сливает автобот. Потому что он считает их скорее стрелками, чем в ближнем бою. И за неимением другого отряда отдает предпочтение ему сливаться, а именно демигриф. Так, вот, кстати, способности. Легендарный лекарь, первая помощь. А, вот она. Восстановление здоровья бойцов. 7 секунд. И здесь зов охотника. Защита в ближнем бою, несокрушимость, влияет на союзников. То есть это все в любом случае нам еще пригодится. Так, Родрик, давай, наверное, натиск пока что. Натиск прибавляет там к многим характеристикам на некоторое время, так что это пригодится. Плыви сюда, восполняй потери. И плыви сюда. О, кстати, вот ресурс, который мне нужен. Изделия обсидиановые эти. Может быть, даже отправлю сейчас стек через море в эту сторону. Мы вдоль побережья в любом случае идем. И у меня появились денежки. Сдаем ход и идем на выполнение следующих целей. Похоже, все-таки следующий сейчас будет гном. Мы найдем его ресурс. А потом эльфийка уже завершит всю нашу компашку. Осчастливит всех и каждого. Эльфийка осчастливит всех и каждого. Но это как-то, если возвращаясь к стриму, да? По Верментайду, когда у нас был относительно недавно. Но да ладно. Так. Я надеюсь, Ица не будет сопротивляться сильно. Ну, будет, если какой-то интересный вдруг бой с легендарным лордом. Ну, пусть приходит. Но не в городе там, когда у него гарнизон совсем маленький, а в тобой не верит. Ну, точнее, там какой-то такой, ну, банальный гарнизончик, ничего интересного. А в тобой не хочет нам дарить победу. Так, зеркальный пруд. Качаем тут в Марате что-то. Замышляет нехорошее. Марк. А, денежка тебе должна была остаться. Ну, в принципе, Рейхсгвардия на место демигриф. У меня есть еще демигрифы, конечно, из подкрепления. Кстати, уже очистили от вампирской скверны. Не, вот он, готовится для атаки. Давай тогда ты высаживайся. Иди вот сюда. На следующий ход тебе кого-нибудь призовем. У нас будут деньги. Хоть там можно призвать и без денег сейчас. Дипломатия, что там? Никто еще торговать не хочет. О, Хемриф. Как чувствовал, вот. Прям вот. Была же, да, свыше подсказка, что загляни. Все, Сетра знает, чьи тапки целовать. И сдаем. Сдаем ход, два стека идут. В целом, сейчас мы разобьем эту армию. Один может развернуться на острова, стек, другой продолжить углубляться в сторону Ицы. Там вот так вот захватить поселение. Дети, скорее всего, будут появляться в одном и том же месте. Может быть, этот город и слить, там не сильно его застраивать. О, тут скавины. Ну, они просто тут и были руины. Тут же мне не показалось, сейчас были руины. Да, до этого здесь город Хатепа был,
Но по сути здесь были руины. Либо он просто что-то заглючил и раньше времени уничтожил. Но Марати не воюет со Скайвами. Либо там эти были мерзавцы. Повстанцы Скавена. Получен руноклык. Хохланд благодарит вас за поддержку, и в знак этого Альдебранд Люденгоф передал вам свой драгоценный руноклык на то время, пока экспедиционный корпус продолжает действовать. Этот волшебный меч под названием Бич Гоблинов обладает огромной силой и послужит весомым доказательством того, что Хохланд на вашей стороне. То есть Бич Гоблинов, в общем, хохландский руноклык. Сила, ну, окей, ну да, эффекты хорошие, в принципе, вокруг себя, то есть это на 24 секунды, такой штраф, дебаф. Ну это так, отряд был бы интересен. Интересно. Автожир Джорака. Вы заняли, месторождение обсиденита. И Джорик немедленно взялся за дело. Вскоре он уже собрал все необходимое и изготовил в импровизированной мастерской новый автожир. Этот летательный аппарат – настоящее произведение инженерного искусства. Как и обещал Джорик, и вновь великий инженер оказался на высоте. Непревзойденный инженер, способность большой бум, нанесение урона бойцам, содержание для артиллерии, дальность для артиллерии, скорость. То есть, в принципе, я сейчас в торговлю могу заглянуть, и кто-то этот ресурс мне поставляет. То есть, кто-то из эльфов занял. Вот. Орден Хранителей Знаний занял этот ресурс. У него на побережье, кстати, он там есть, да. И все, через торговлю я к нему получил доступ, и даже захватывать ничего мне не пришлось. Мне ничего не пришлось даже захватывать. Эври. Смотри, чё. Тут такая тема есть. Автожир прилетел. Он должен быть... Вот он в конце, да? Обсидиановый автожир. Забери вот этот отряд. У меня сейчас пехоты нет, по сути. Остаюсь без пехоты. И автожир нанимаем. Уникальный автожир. Низкая меткость, смерть с небес, борьба с пехотой. Бомба автожира сбрасывает. Ну, против, на самом деле, ящеров это не самая лучшая тема. У них не так много будет, я думаю, именно милишников, которые соберутся в толп. Против людей, да. Еще эффективно. А там в финальных битвах у них, скорее всего, будут монстры. И преимущественно только монстр. Ну, сейчас попробуем, обкатаем этот автожир. Нападем на устье. Хотя устье не верят, даже просто один Марк Вульфред подходит. И устье, говорят, ляжет. Сейчас, чтобы лишних потерь не было, я подведу все-таки второй стрел. Чтоб он никого не слил. Тары Джорака. Джорику дали время на доведение до совершенства его бесчисленных замыслов. И вот он вернулся с новым передовым оборудованием. Обсидиановые латы, осколок монолита, урон от выстрелов плюс 10, сопротивление выстрелам, страшный вид. Кольцо верности, сопротивление физическому урону вокруг себя, скорость. Латы, сопротивление обсидиана, латы, здоровье. Кстати, я предлагаю взять, наверное, даже осколок монолита. По идее, урон от выстрелов можно тогда дать еще Вульхард. И это прям обалденно его прокачает. Враждебность увеличилась. Урон от выстрелов, противник погиб. Так, дымящийся змей. Тут без сопротивления, а вот эта вот звездная башня еще хочет посопротивляться на самом деле. А вот звездная башня хочет посопротивляться. Мы сейчас посмотрим. Вульхард. Сопротивление выстрелам. У тебя талисман. Вот так, осколок. Монолита тебе даем.
Осколок монолита. Тебе, дружище, как раз спас бросок, а то ты у меня под раздачу лично попадаешь. Сопротивление магии. Есть еще спас бросок, но я его выдам на всякий случай Хертвигу, который нет-нет также попадает, ну, как замена, скажем так. Так, дальность. Скверно, общественный порядок. Давай доход от всей торговли увеличим. Скорость, общественный порядок, паромщик. Ну, пусть будет. Остальные все укомплектованы. Я вас не обратил, да. Остальные все укомплектованы. Теперь можем заняться и тобой. Есть рунаклык, кстати. Его, наверное, выдадим все-таки бретонцу. Хотя у бретонца, по-моему, меч есть. Бретонца-то меч есть. А трофеи после битвы. Давай силы ветров магии. Кстати, мага. Бруно надо было мага выдать. Бруно. Hunters! Здесь восстания не будет. Собирай вещички, беги сюда. Будешь Бруно помогать. Васька хитрый останется здесь. Руди-рудимент. Ты мне еще пригодишься на самом деле. Не обижайся на рудимента. Берег. Ресурс. Дороги. Остальное пока не трогаем. Вот денежки. Ну и все. А и все. Но автожир еще увидим. Еще будут сражения знатные. И я не прочитал же историю. Историю же гномом не озвучил, да? Это надо сейчас сделать. Погибель ящеров. В благодарность за помощь в получении столь необходимых материалов, Джорик согласился присоединиться к нашему походу. Это была большая удача, поскольку он уже зарекомендовал себя незаменимым специалистом в отряде охотников. Наш будущий успех во многом зависит от его уникальных способностей. Кроме того, мы с Джориком очень сдружились. Однако забочонком Багманского он поведал мне всю свою печальную историю без умолчаний. Джорик в Бараквари был членом клана Густая Бровь. Однажды ему поручили построить новый пароход, а он использовал инженерные методы, нарушавшие гномьи традиции. Он считал, что важен не метод, а результат, но из-за интриг хранителей традиции так и не смог довести проект до завершения. В итоге он был изгнан из гильдии инженеров и навсегда покинул родной город. Он добавил варп-камень, эволюционировал Скавина потом. Странные существа эти гномы. Теперь у Джорика есть полная свобода исследований и все необходимые материалы. И это счастливейший гном в мире. Не сомневаюсь, что творение этого гениального изобретателя еще сослужит нам хорошую службу в Люстрии. Вот такая вот история. Ну что, в принципе, остается только сейчас красавица. Красотка. Поедем кататься. Благословение. Хотя у всех вот пятая открылась и нет больше финального задания, по сути. А у нее есть, да? Ну какая ты. Особенно. Ну, к эльфийкам у меня особое всегда отношение было. Так что я не против. Лично я сейчас не против. Кульцатека, Ица, а здесь это орден... Ух ты, орден хранителя знаний, как далеко продвинулся. Ну, в принципе, если сейчас я продолжу с Теклисом, еще и союз подпишу, то могу надеяться на очень многое. А Нагарон может ослабить сейчас Звездную башню, например. Тоже было бы кстати. Здесь я могу при помощи засады на ускорение подвести стек, а этот разместить в засаде и вытащить тот.
Ну, это 10 тысяч. Ага, а этот стек сюда. Ну, тем более его нужно вытаскивать. Тем более его нужно сейчас вытаскивать. Давай сюда. Вы на этом острове можете поместиться, господин, и в засаду встать. Да. Идеально. Ну что, если ты решил дымящийся змей тогда защищать, в первую очередь я башню захвачу. Маркус Волфхарт. Тогда мы захватим твою башню. Имперская артиллерия. Остается 3 уровня. Я сплочение могу вкачать. И как раз получается вкачаю еще мелкие стрелки. Вот. И артиллерию. Повелитель артиллерии. А танки где здесь? Танки, танки, танки. Вот, паровые танки тоже здесь. Может быть, даже держать позицию. Не буду качать. Что-нибудь из личного возьму. Хотя, что здесь личное? Лужённая глотка только, если. Ну, либо знак Сигмара. В целом, вот эта прокачка универсальна, на мой взгляд, для него и для тактики со стрелками. Маркус Волфхарт. Ну, то есть, ближний бой ему нафиг не нужен. Он не тарахтел вообще один раз. Он ему точно не тарахтел. Враждебность максимальная. Егерь, егерь. Давай сопротивление магии еще тебе возьмем. Смертный приговор. Людоящеры наносят ответный удар. Вы так успешно захватываете морские земли, что уже близки к тому, чтобы выполнить поставленную перед вами задачу. Мы уже выполнили. Я тебе открою секрет. Мы уже выполнили. По сути, это задание. Давай, рыцарский артиллерий. У меня куча подкреплений, но зачем мне их сейчас все призывать? Пусть они висят резервом. Я вон элитные отряды использую. В коем веке так спокойно, да? И не держу в резерве, потому что у меня есть вот куча всего. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот. Примерно так же, когда играешь теперь в Смертных Империях за ну, за старую империю, скажем так, да? За старую добрую империю. Так, а второго болта надо снести эту штуку. Можно, ну, нанимать каждый ход уникальные отряды. Там. Ну, не каждый ход, там 10-15 ходов отката. Которые даются через столицу провинции. Смертные ящеры. Смертный приговор где? Наносит ответный удар здесь же, да. Дети древних. Имперские подкрепления, подкрепления, подкрепления. Я уже даже забыл, что сейчас прибавка идет для урона у наших врагов. Что-то как-то так. На расслабоне. Все хорошо. Все замечательно. Восстание, правда, в спектазуме неизбежно. Ну, в спектазуме восстание слабенькое появлялось. Обычно. Так что, думаю, там переживать сильно не надо сейчас. Можно туда даже перебросить вот этот отряд. За 2 хода. И он, если что, все подавит. Все волнения он на корню. Так, а здесь ресурс есть? Ресурс есть, это есть. А, ну тогда не надо ничего снять. На корню просто их уничтожит. Задавит в зародыш. Осталось только добраться до Ицы. Просто добраться, дорваться, построить то, что просит наша красавица. И мы будем счастливы. Ну, наверное, если опять же... Ух ты, он сюда стейки сбрасывает сейчас. То есть на острова лучше не лезть. Я все-таки, наверное, сейчас поостерегался бы на острова нападать. И алтарь рогатой крысы темным эльфам принадлежит. Интересные тут развитие событий. Но зато юг будет защищен. В принципе, меня это устраивает. Я забыл с Теклисом поговорить. Я хотел с ним как бы пообщаться насчет... Давай там мирный договор и перерастет у нас в союз. Там договора торговые и так далее. О, кто здесь у нас? Хемри так...
А, подожди, мы право прохода с тобой подписали. Союз у нас тоже, да? Я твои территории вижу. Да нет, по идее. Ну вот он, смотрите. Да, в горе Грифонов. Представляете, вот сюда ушел Лютер Харкон. Ну вот он в горах поселился. Это его реально безумная какая-то муха люстрийская, малярийная, укусила. Так, снос завершен, кабачок. Кабачок. Так, Теклес, хочу с тобой поговорить. Yes. Deliver your terms and... Оборонительный союз пока что не интересует тебя, да? Ну ты торгуешь с этими ребятами в целом. Я могу вступить в войну против... Хотя я так воюю против этих... Против Пестиленса. Пестиленс. Хорошее название для тебя, Скавен. Пестиленс. В принципе, он слабенький. А где он, неизвестно. Но он где-то на юге, я думаю. Либо свалил уже. Тоже. Либо рядом у нас под боком прям. Ну, давай, Теклес. Мы будем улучшать с тобой отношения. Ты не обижайся, что я этих лизардменов сейчас бью. Вот, кстати, на редкость удивительно, что Теклес дружит с лизардменами. Сейчас с этими торгует, с этими даже союз подписал. Ну, то есть, ну, на союз он не согласен в любом случае. Давай вот так. И я тебе сделаю еще дар. Тьфу, а я хочу тебе сделать дар. Небольшой пусть будет. Подношу. Знак уважения глубочайшего. Знак глубочайшего уважения в расчете на дальнейшее сотрудничество. Да, изгнанников все-таки здесь уничтожили, они теперь не могут со мной торговать. Портовый городишко у них отобрали. Чё ж вы там все силы-то скопили, а? Ну здесь вот... Вот здесь сражаться было бы любопытно, а вы... А вы творите непонятно что. Лизардмены. Устье, устье, устье. Давайте тоже даже ресурс несем. Лучше сейчас думать о защите. Я переброшу эти отряды вот сюда. По городам. Разбредемся по городам. Так, ресурс. В принципе, тут еще стены надо построить. Так что деньги лучше на стены. Рассветный в первую очередь. Ну и все. Денежка вновь закончилась. Сплочение. Джорик Грим. Проводничок. Уже, в принципе, светлый маг тоже готов. Наш Гэндальф местного разлива. В целом готов уже сражаться. Да, мне нужно было бы сейчас, может быть, захватывать там этот город, тот, пока максимальная, да, ярость, бешенство. Ну, Ица уже вот она. В целом, ресурс не нужен. Уже все успокоилось. Да, лизардмены выдвинули один стек вот сюда. Готовятся к атаке. Возможно, этот стек нужно будет перебросить как подкрепление. Сюда он, может быть, и не нападет. Пока что будет нанимать, добирать до полного счастья, избытка. И тик-так-то, да, он сюда приплыл. То есть сейчас такая миграция народа в одну сторону, в другую. Военный союз. Ты с Теклесом подписал военный союз? Не хочу. Ну, не хочу сейчас военный союз. Военный союз сейчас... В принципе, конечно, у нас общие враги. Какая разница уже?
Huntsman General. Подожди, а что здесь? Здесь же восстание должно было быть. Garrisoning. А, восстание не здесь. Подожди. Восстание-то тут. Перебросил-то тебя не туда я. Он бомжей нанимает? Ну да, он нанимает цинка, в принципе, это так. Это для разминки. А детишки сюда развернулись. Но они медлительные, эти детишки. И Ицу надо штурмовать будет сейчас лично. А Ицу штурманем лично. Хотя, блин, на максимальной ярости это делать. Лишние потери обеспечу себе только. Кровавые болота слабо еще защищены, недостаточно. Однозначно этот стак перебрасываем сюда. Блин, а мне не хватит его. А мне его не хватит. Ну что, используем тогда подкрепление. Используем в экстренном сейчас как раз случае подкрепление. Можем взять демигрифов, причем двоих. Нанимай. Нанимай. Берем алебарды. Пистольеро. Пистольеро, пистольеро. Обычных демигрифов и мечников. Даже никого не будем распускать, наверное, из лучников. Там гарнизон, еще пехота. В общем, поохотимся вот таким вот составом пока что. А здесь идем на штурм. Мы, кстати, автобой в нас верит отчасти. Но чтобы элитных лучников не слить, сражаемся лично. Вот и Ица уже прибрана практически к нашим рукам. А я нападу вместо тогда, если дети пошли сюда, в эту сторону. Вместо защиты Васька хитрый сейчас будет на Квецу нападать. Он чуть южнее двинется. Начать. Вот они, автожирчики эти. Уникальные, разукрашенные. Таких даже у гномов нет. Хотя, ну, рулят ими, конечно же, гномы. Было бы интереснее, если бы тут действительно сидел имперец внутри. Ну, то есть они чуть-чуть переделаны все-таки под империю. Тут-то гном, как бы, он один такой у нас. Он один такой. Неповторимый. Как бы ему-то чё? Блин, вышка тут попадет. Нет. Лучше сейчас вот сюда и все. И погнали. Пушка, работай по вот этой башне. Они все равно сейчас, если что, ее вдруг активируют, мы будем готовы. Сюда. Навесик. Ну, чё вы делаете? Ну, я ж просил большого, сильного гасить. Ладно, отставить. А кого они вызвали? Я чуть не заметил кого-то призванного. Ну да ладно. Ну, призвали и призвали. Так, идем сюда. Сейчас будете залазить на стены. Артиллерия. Ну, давай вот сюда. В принципе, по ним ты тоже неплохо заходишь. Пехоты нет, чтобы залезть кем-то? Конечно. Стреляйте вот. Вот вам цель. Смотрите, как ХП. Просто зверский ХП начинает падать.
наши великие охотники. Раз зверюгу завалили, два завалили. Ну тут бретонец, залазь. Охотник, залазь. Хотя, подожди. Давай ты вот здесь. Ты вот здесь. А уже лучники лезут тут. Но герои у нас пафосные. Каждому нужна своя четверка лестниц. Как бы негоже. Без своего набора лестниц вообще идти в бой. Не солидно. Не лезь в бой. Там есть кому посражаться. Сейчас посмотрим, что за граната. Ну, в принципе, неплохо. Взорвало. Так, красавица, уйди. Так, короче, лучники, стреляйте в кого хотите. Вот, все. Ну вот, не буду я вас больше сдерживать, сковывать. Делайте, что хотите. Разрешаю вам заниматься вот вообще чем угодно. Легендарный город Пицца. Так, ладно, избавьтесь от этих сцинков с дротиками. А вот вам я запрещу стрелять. Вам еще полководца убивать вражеского. Плюк. А вот вам нельзя. Мы можем даже вот так вот сделать уже. В принципе. Ну, храмовая стража тут еще осталась. Но у меня есть дополнительные еще бонусы для тебя. На стену бросить нельзя. А есть еще какая-нибудь способность? Гномик, а ну-ка иди сюда, родной. Мити, а что ты не можешь сюда? Ты же бросал только что на стене, в принципе тебя ничего не смущало. В принципе, я тебя же ничего не смущало. Тут что-то резко вдруг передумал. Работаем сюда. Подходите уже с эльфийкой тогда к бортику и начнем потихонечку еще одного монстра убивать. Автожирчик. Кстати, говорят, ты будешь же сейчас убивать бомбе. Не лезь, не лезьте уже. Не лезем. Не успел. Слишком быстро они сбрасывают. Все, стреляйте.
И вот он янтарный лук. Бьющий прямо в сердце. Ну, в принципе, да, в район где-то. Но там несколько стрел он выпускает. Чё там, как эти ящики? Нормально. Охотник. На стену. Бретонец, иди дальше. А ну-ка, апни наших друзей. И мы пойдем дальше. Можешь идти тоже сражаться. В принципе. Почему бы нет? Единственный еще вариант, хочу посмотреть, как сейчас работает. А, на область капкана она работает. Вот это круто. В принципе, мы тогда в финальной битве, там, если будут на нас идти, можем сковать врага прям толпами. Да, у нас вот сетка есть. У нас есть здесь способность. У нас здесь есть капкан. Просто не оставят вариантов. Ну что, можно и себя нельзя, правда, подлечить? Ай, мы уже побежали. Мы тут пока способности использовали. Пока мы их проверяли, смотрели. Что еще интересно осталось, что еще не пробовал. Не, ну в принципе все пробовали. Эта способность, ну, кидаешь, не двигается. Зато божит сопротивление физическому урону и урон от бронебойных выстрелов. То есть, в принципе, для лучников, даже для того же героя, это тоже кайфовая тема. Он стоит, стреляет, допустим, в монстра, бронебойность его зашкаливает, и никто не доходит. Они и так не доходили, сейчас вообще никто не дойдет. Ну, вот он состав примерно, который будет в финальную битву, я думаю, сражаться. Может быть, пехоту все-таки возьму какую-нибудь. Распустить кого? Ну, наверное, только вместо кавалерии демигрифов возьму. Распускать никого не хочу, но герои выйдут с танком вперед и все. Наверное, пока без пехот. Охота завершается. Очистив окрестности изумрудных прудов от врагов, вы помогли Каларе построить часовню в честь Иши прямо на берегу, рядом с сияющими водами. Калара несколько дней провела в новом святилище, умоляя богиню исполнить свое обещание и избавить душу от Эрина. Или от Ирина, все-таки, от бесконечных перерождений. Когда Калара наконец вышла из часовни, стало ясно, что ее молитвы были услышаны. Калара забыла о печали, ведь Иша простила возлюбленных и позволила душе от Ирина отправиться в загробный мир, тем самым освободив Калару от вечной охоты. Калара сердечно поблагодарила вас за поддержку и обещала, что если это необходимо, она будет и дальше помогать экспедиции. И вот еще дождь Иши. Это будет, если круто, как Battle for Middle-earth, да? Способность Леголаса, когда 10 уровень, там, по области стрелял, кучу народа убивал. Если такая тема будет реализована еще примерно так же, это круто, на самом деле. Но эту способность еще оценим обязательно. Обязательно на нее посмотрим. Марк, в принципе, еще одно сражение будешь максимального уровня, но тебе максимальный уровень не сильно нужен. Сейчас... качаем метких стрелков, как раз апаем всех наших лучников, которые просто становятся мега крутыми. Три хода, ждем, спадает, и играем в финальный. То есть добрались до Ицы, тут уникальная постройка есть, изумрудные пруды, то есть мне даже строить их не пришлось, они здесь есть. Уже скорость восполнения потерь. Мне тут только нужно стены возвести. Стены здесь, да, нужно и можно. Вместо таверны. Давай таверну снесем. Таверну снесем. Здесь еще дороги, если что, в перспективе бы я построил. И все. Вот как-то так. И историю, конечно же, нужно дочитать. Последний здесь отрезок ее истории. Последнюю главу. Вчера вечером я поговорил с Каларой на чистоту, как охотник с охотником. Подожди. Ай, мы же говорили уже. Я ж уже читал эту главу, да.
Она же единственная, кто после этой главы еще получила задание. Тогда все, друзья мои, на этой ноте серию завершаем. Всем добра. Пока-пока.